конец недели. Время подвести ее итоги. О главных событиях уходящих 7 дней расскажем вам я, Наталья Хоменко и мои коллеги. Смотрите сегодня в программе. Важный визит. Алматинскую область с рабочим визитом посетил заместитель премьер-министра страны Роман Скляр. Стоп ковид. Алматинская область готовится к возможной второй волне коронавируса. Стоп коррупция. Народная партия на страже борьбы с социальным злом. Товар свежий, цены ниже. В области стартовал проект «От поля до прилавка». Тайм-сквер по Талдыкурганске. В областном центре идет реконструкция центральной улицы города, которая обещает превратиться в многофункциональный и красивый сквер. На страже здоровья в области стартовала кампания по иммунизации от гриппа. Самодостаточность национальной экономики – вот то, на чем сегодня усиленно работает правительство. Президент в своем недавнем послании поручил в кратчайшие сроки предоставить поэтапный и эффективный план формирования новой структуры экономики. И вот как раз обеспечить ее самодостаточность поможет, по мнению экспертов, госпрограмма «Карта индустриализации». В ее рамках до конца года в Казахстане будут введены 206 проектов стоимостью 1 триллион тенге. Механизм их реализации детально обсудили на этой неделе в правительстве. Главным итогом должно стать создание почти 20 тысяч новых рабочих мест. Планы, конечно, многообещающие, но вот и первые результаты уже есть. Как доложили премьер-министру, без малого 30 проектов запущены, 4 тысячи человек трудоустроены на постоянные рабочие места. Выявили и лидеров по реализации важнейшей госпрограммы. По объему привлеченных инвестиций в числе сильнейших – Алматинская область. Так, в нашем регионе в этом году реализуется сразу 12 инвестпроектов. В их числе строительство цементного завода, завода по производству соевого масла, а также ряд птицефабрик и теплиц. Вот именно на создание подобных проектов сегодня государство делает акцент. Одним из главных направлений посткризисного восстановления экономики – уход от импорта продуктов и, как следствие, сдерживание цен на социально значимые товары в это непростое для всех время. Продбезопасность – тема сегодня номер один. Цены с начала года на основной продпакет выросли почти на 4,5%. Впрочем, это ниже прошлогодних показателей. Стабилизировать цены, отметил Оскар Мамин, удалось благодаря принятому комплексу мер по обеспечению производства, хранения и поставок продукции во все регионы. Эту работу следует продолжить и впредь, поручил глава Кабмина, и сделать упор на контроль сезонного скачка цен и усиление работы стабилизационных фондов. Принятие своевременных предупредительных мер акиматами позволит обеспечить стабилизацию и сдерживание цен. Мы целенаправленно работаем над снижением импортозависимости. Причин для повышения цен нет. Будет обеспечен жесткий контроль за стабильностью цен по всем видам социально значимых товаров. Обеспечение доступности и качества продовольствия является одним из главных факторов качества жизни казахстанцев. Ну а как на местах идет ход реализации крупных инфраструктурных проектов и государственных программ развития, оценил на этой неделе вице-премьер. Алматинскую область двухдневным рабочим визитом посетил заместитель премьер-министра страны Роман Скляр. В центре внимания был целый ряд объектов. Особое внимание вице-премьер уделил строительству дорог и развитию областного центра. Роман Скляр проинспектировал реализацию проекта по строительству автодороги Усть-Каменогорск-Талдыкурган и Ушарал-Дастык. Открыть движение по ней планируют уже до конца этого года. Вице-премьер поручил усилить темпы строительных работ по дорогам региона, подчеркнув при этом важность обеспечения качества и сроков ввода создаваемой транспортной инфраструктуры. Новая комфортабельная автомагистраль, безусловно, создаст дополнительные возможности для развития транспортной отрасли, а дорожное направление «Центр-Юг» в качестве транзитного коридора в перспективе может стать новой точкой экономического роста. О такой же выгодной перспективе Роман Скляр говорил уже и в Талдыкургане, на деле оценив проведенные в областном центре работы. Объезд по городу приятно удивил вице-премьера, который отметил и инфраструктурное развитие города, и его эстетичную привлекательность. Главное, отметил Роман Скляр, много сделано для комфортного проживания людей. Впрочем, все подробности смотрите далее.
Первым делом вице-премьер страны изучил темпы реализации программы «Нурлы жол». В частности, Роман Скляр ознакомился с ходом строительства дорог Ушарал-Достык и Талдыкурган-Калбатау. В общей сложности на двух объектах задействовано более 2300 человек и свыше 1000 единиц техники. Общая протяженность республиканской трассы Талдыкурган-Калбатау-Усть-Каменогорск составляет 786 километров. 315 из них находятся на территории Алматинской области. А вот по маршруту Ушарал-Достык реконструкцию проведут на 180 километрах автодорожного полотна. Ряд масштабных социально значимых проектов реализуется и в Талдыкургане. Один из них – быстро возводимая модульная больница на 200 коек. Объект планируют сдать в октябре. На сегодняшний день выполнено 74% работ. На объекте трудится более 600 человек. Больница соответствует всем требованиям времени. Состоит она из 8 блоков. Предусмотрено все – палата интенсивной терапии, лаборатория, операционный блок и родильное отделение. Новое медучреждение будет оборудовано по последнему слову техники. На обеспечение материально-технической базы из областного бюджета выделен 1 миллиард тенге. 80%, наверное, оборудования уже лежит здесь на объекте. Это основные вентиляционные оборудования. Остаются вот сейчас в пути находятся такие уже, как танки, рентген, КТ. То есть их мы уже, они уже на подходе к нам. Большое внимание в регионе также уделяется развитию массового спорта. На сегодняшний день в областном центре возводится крытый бассейн олимпийского стандарта. Уникальный по своей архитектуре спортивный объект откроет большие перспективы в развитии водных видов спорта. В нем будут функционировать 4 бассейна – учебный, прыжковой, плавательный и так называемый сухой – для самых маленьких. Благоустройство территории бассейна плавно соединится с парком «Жастар», создав единую гармоничную композицию. До Нового года. До Нового года, да. Мы бассейн фактически здесь осталось, покрасочные дела, процентов 10-15. И второй этап. Ну, Я вообще говорил, это октябрь полностью. Закончится в конце октября, ну, ноябрь. На особом контроле жилищная тема. До конца года в коттеджном городке планируют сдать в эксплуатацию 349 новых домов. На сегодняшний день построен 71 коттедж. Осмотрев жилье детально, вице-премьер дал высокую оценку проводимой работе, отметив хорошее качество строительства домов. Эти дома строятся в рамках государственной программы «Нурлы жер». Каждый дом, они 78,3 квадратных метра. Эти дома сдаются в аренду без права выкупа жилья для очередников, для многодетных семей. По проектам детальной планировки здесь предусмотрены 620 коттеджей. Из них в прошлом году мы издали 157 коттеджей. В ходе рабочей поездки Роман Скляр также посетил новый дом студентов на 288 мест. Для комфортного проживания и обучения молодых людей здесь созданы все условия. Предусмотрен и ряд досуговых зон. Также Роман Скляр побывал на набережной реки Каратал и Центральной площади. Объезд по Талдыкургану приятно удивил вице-премьера, который отметил инфраструктурное развитие города и его эстетическую привлекательность. Ануар Амангельдинов, Кайрат Кастурганов, телеканал ЖТСУ. И далее о главных поручениях правительства. Работа по стабилизации цен планомерно ведется и в Алматинской области. Амандык Баталов поручил усилить контроль и предпринять ряд эффективных мер по сдерживанию цен на продукты. В частности, реализацию нынешнего урожая, который, несмотря на пандемию, оказался богатым, организовать без посредников. Такие взаимовыгодные и для аграриев, и для потребителей меры уже внедрены. Впрочем, подробности об этом чуть позже. Не пропустите. Пока о самом насущном. Подготовки, подчеркнем, к возможной второй волне коронавируса. Опасная инфекция продолжает будоражить весь мир и, похоже, не собирается сдавать свои позиции. По крайней мере, в ряде стран уже ужесточили карантинные меры. Так в Израиле вернулись к жесткому локдауну, закрыли развлекательные центры, все увеселительные заведения, спортивные площадки и даже парки. Строго ограничили передвижение граждан и ввели усиленное патрулирование улиц. У нас пока о подобных мерах не говорят. Наоборот, смягчили карантин. Цифры говорят о стабильной эпид-обстановке. С этой недели позволили заработать театрам и открыться кинотеатрам на открытом воздухе. Но с главной оговоркой – при строгом соблюдении санитарных норм. Впрочем, страна усиленно готовится к новой волне. И по какому сценарию будет развиваться пандемия, еще никто не знает. Быть готовыми к любому исходу ковидного сценария поручил своему аппарату и Аким области. У нас обстановка более чем стабильная. Выявляются единичные случаи заражения. Провизорные центры закрыты и больницы работают в прежнем режиме. Однако в случае второй волны количество больничных коек увеличат до
5280. Идет сегодня в регионе активная работа по закупу необходимого количества препаратов и аппаратов ИВЛ. В октябре будет готова и новая инфекционная больница в Талдыкургане. Держать на строгом контроле реализацию всех этих мер поручил Амандык Баталов, а вместе с тем дал ряд поручений по дальнейшему развитию региона. Большое внимание на заседании уделено и самой актуальной теме – подготовке к возможной второй волне коронавирусной инфекции. Она ведется по всем направлениям. Однако сценарий пандемии может быть разным, потому руководство области принимает ряд мер по усилению системы здравоохранения. 3 цифровых рентген-аппарата «Актобе рентгеном» заключили, мы вот последние деньги вы выделяли. Это под контролем правительства. По 2 компьютерным томографам 16 сентября мы уже хотим подвести итоги конкурсные и уже заключаться. Также по ИВЛ тоже на этой неделе все заключим, будем работать. По кислородным станциям Амандыкова все договора заключены. 4 идет в дороге, остальные тоже ждем поставки. Мы сроки поставили до 1 октября вместе с разводкой установить. Природный газ – один из самых экологически чистых энергоносителей. Планомерно регион переходит на голубое топливо. Как доложили акиму области, на данный момент ведутся работы по переводу на газовую систему 4 котельных региона. 3 из них проходят реконструкцию в рамках дорожной карты занятости. До начала отопительного сезона планируется завершить 3 блочно-модульные котельные в Карасайском районе. Также 11 БМК намерены ввести в Талгарском районе. В общей сложности 23 многоэтажных дома будут обеспечены отоплением. Активными темпами ведутся работы по доставке топлива в регион. Создание благоприятного инвестиционного климата в регионе открывает горизонты для осуществления масштабных бизнес-проектов. Больше всего инвесторов интересует агропромышленный сектор. В частности, бизнесмены заинтересованы в открытии промышленных предприятий, доложил курирующий эту сферу заместитель акима области. По словам Серика Турдалиева, вполне успешно проходит уборочная кампания. Все работы идут согласно намеченному графику. 3 дня назад началась уборка кукурузы в Панфиловском и Югорском районах. Пока 600 гектаров убрали, урожайность на уровне прошлого. По зерновым уже 75% убрано, урожайность повысилась, 19,7 сейчас. Было 16, когда премьер получил. Малому и среднему бизнесу, оказавшемуся в затруднительном положении, будет оказана помощь. Для этого есть немало механизмов господдержки. Их Амандык Баталов поручил разъяснить детально. Малый и средний бизнес сейчас... То, что послание президента, это один из главных приоритетов. Вот. То, что тем более выход из пандемии, потом твое вот управление предпринимательством должно этими вещами заниматься. И вы должны здесь мне конкретно докладывать. Особое внимание аким области поручил уделить ходу реализации программы «Дорожная карта занятости», благодаря которой создаются новые рабочие места и улучшается инфраструктура региона. Подводя итоги заседания, глава ЖТСУ заявил о необходимости своевременного, а самое главное – правильного осуществления задач, поставленных президентом в послании. «Каждый озвученный пункт должен изучаться детально и реализовываться точечно», – резюмировал Амандык Баталов. Ануар Амангельдинов, Жасон Чингенже, телеканал ЖТСУ. Коррупция в центре внимания. Мерам борьбы с ней и профилактики было посвящено онлайн-заседание Республиканского общественного совета партии «Нур Отан». Активное участие в ней приняла и Алматинская область. Амандык Баталов детально озвучил главные меры, предпринимаемые в области по профилактике социального зла. В частности, детально остановился на реализации антикоррупционных проектов, таких как ЖТСУ «Адалдык», «Аланы», руководитель новой формации и другие. Ведется сегодня в области и формирование антикоррупционной культуры среди учащихся школ. В настоящее время в регионе успешно реализуется проект «Сервисный акимат». Начал свою работу и антикоррупционный сервисный центр «Антикор Орталыгы». Также на заседании были подняты темы, касающиеся рационального освоения бюджета, работы региональных общественных советов, взаимодействия с трудовыми коллективами по профилактике коррупционных рисков и другие. В ходе встречи Амандык Баталов ответил на ряд вопросов, в том числе и о социальном обеспечении сотрудников полиции, врачей и педагогов. Я в своей практике постоянно встречаюсь с коллективами и с врачами, с учителями, и с правоохранительными органами. Единственная область, наверное, которая на сегодняшний день построила в целом по области около 240 с лишним участковых совмещенных жильем. Полицейский живет, и с другой стороны его находится офис.
И если где-то какие-то правонарушения он допускает, он сразу же будет освобожден от работы и сразу лишается жилья. Это их дисциплинирует. И мы эту практику уже ведем не один год. Мы в области построили сразу же жилой дом специально для медиков. Особое внимание Амандык Баталов уделил и профилактике коррупции в сфере земельных отношений. Алматинская область – одна из первых областей, где разработана электронная карта земельных ресурсов. На сегодняшний день этот проект не имеет аналога в республике. В ходе заседания участники встречи внесли предложения, касающиеся усиления работы общественных советов, систематизации контроля за расходованием бюджетных средств, а также проверки качества строительства в рамках реализации программы «Дорожная карта занятости». Стоит отметить, что в области в рамках данной программы реализуются более 1000 проектов, из них 425 уже завершены. Всего выделено 105 миллиардов тенге. Подводя итоги, выступление Амандык Баталов подчеркнул, что профилактика коррупционных нарушений и формирование правовой культуры – это один из важнейших направлений совместной работы. Именно профилактика и повышение ответственности всех причастных сторон является одним из эффективных методов борьбы с коррупцией. Ну а как на деле выполняются меры по профилактике и искоренению коррупции, на этой неделе оценила специальная республиканская мониторинговая группа. Борцы с коррупцией подвергли тщательной проверке ключевые объекты многих регионов и активно работали с населением, чтобы услышать голос народа. Свой визит в Алматинскую область мониторинговая группа начала с города Талдыкурган. В антикоррупционном центре состоялась встреча республиканской группы с местными коллегами. В рамках заседания были подняты самые актуальные вопросы. Проблемы здравоохранения, недочеты в работе правоохранительных органов, пробелы в образовании и ряд других. Прошла встреча со специальной мониторинговой группой Алматинской области, которая и будет работать над тем, чтобы снизить риски коррупционные, и для того, чтобы исправить ситуацию для реализации тех задач, которые поставлены в этой антикоррупционной стратегии. Но самый главный приоритет о том, чтобы люди почувствовали на себе о том, что коррупция стала значительно ниже. Одним из объектов проверки мониторинговой группы стал МЦПС «Харгос». С началом пандемии привычный ритм работы водителей большегрузов, пересекающих границу, превратился в томительное ожидание. Пока удалось создать для них элементарные условия и упорядочить очередность. Автомобили, ранее стоявшие вдоль дороги, теперь припаркованы в сухом порту. А для водителей созданы санитарные условия – туалеты, душевые, точки общественного питания. Со 2 сентября все списки переведены в цифровой формат. Теперь ожидающие могут узнать свой порядковый номер прямо со смартфона различными способами. Также по стандартам нового сервиса за день до разрешения пересечь пропускной пункт водителям приходит соответствующее СМС-уведомление. Несмотря на все улучшения, количество размещенных в сухом порту водителей все еще велико. Главной причиной их медленного продвижения является пропускная активность Китая. Однако сами водители жалуются и на другие причины. Прибывшая с проверкой делегация намерена тщательно разобраться в ситуации. Мы посмотрели программу электронную, мы посмотрели методологию, по которой будут проходить эти машины. Безусловно, есть еще отголоски вот этого недовольства, но тем не менее я вижу, что все слышат друг друга, понимают, встречаются и стараются этот вопрос решить. Мы со своей стороны еще более детально, мы взяли телефоны водителей, мы будем на связи, мы взяли электронные их адреса, мы дали свои электронные адреса, чтобы мы были на связи. Поинтересовалась Айгуль Соловьева и положением дел на крахмалопаточном заводе. История о неприятном запахе, якобы исходящем от продуктов переработки этого предприятия, имела огромный общественный резонанс. Местному ЖКХ государством были выделены средства для решения этой проблемы. Какие меры, в свою очередь, предприняло руководство завода, поинтересовалась мониторинговая группа. Мы с июня месяца запустили свой КОС, да, который перерабатывает воду. Мы практически 75% воды, которую мы очищаем, мы ее забираем обратно на производство. Только 25% воды будет сбрасываться на поля фильтрации. Я думаю, что вот эти все меры, которые были приняты вот в этом году, в том году, я думаю, они позволят уйти от этого неприятного запаха, который был в Жаркенте.
На предмет коррупции члены мониторинговой группы проверили и центральную районную больницу в Ембекши-Газахском районе. В период пандемии на медработников ложится большая ответственность, а потому для них максимально должны быть созданы необходимые условия. Для облегчения труда в больнице давно перешли на электронный формат работы. Бумажная волокита осталась позади, рассказывает руководство учреждения. Более того, посредством портала Домумед можно заранее записаться на прием к врачу, чтобы не стоять в очереди и не подвергать себя опасности. У каждого пациента есть приложение «Домумед». Мы подробно разъясняем пришедшим людям о его плюсах. Так как в стране карантин, мы не можем рисковать жизнями людей и просим забронировать очередь через «Домумед». Это очень удобно. Вы согласуете время с лечащим врачом и можете прийти без очереди. Посетили члены мониторинговой группы и учреждения ЛА-155/4 ДУИС по Алматинской области, где ознакомились с условиями содержания заключенных, а также дома ребенка, что находится на территории колонии. На сегодня здесь проживают 22 ребенка до 3 лет. Как выяснилось, для них созданы все необходимые условия. Помещение мало чем отличается от уютного дома. Затем в торжественной обстановке с соблюдением всех санитарных норм состоялось открытие трикотажного цеха по пошиву нательного белья. Оборудование современное, имеется сменная одежда. Теперь заключенные могут реализовать себя и принести пользу обществу, говорят представители учреждения. В целом, члены республиканской мониторинговой группы остались довольны условиями содержания осужденных, однако дали ряд рекомендаций, которые, по их мнению, помогут создать комфорт. В финансовом плане переезд будет обходиться где-то около миллиарда. Вот здесь 150 миллионов дайте, и они приведут все в порядок. Дайте как следует вот эти... Ну, с акиматом мы сегодня проговорили. Вот, чтобы это косы вот туда подключить, чтобы сливы были, чтобы санитарные нормы соблюсти. В общем, ситуация по Алматинской области произвела положительное впечатление на республиканскую мониторинговую группу. Несколько отдельных замечаний были взяты под контроль. Ведется активная работа с населением, чтобы народ мог сказать свое слово и озвучить возможные жалобы. Объезд по Алматинской области еще не закончен, но граждане уже сейчас смогли воочию увидеть деятельность республиканской мониторинговой группы и убедиться в том, что государство активнейшим образом приступило к реализации плана по противодействию коррупции. Рустам Аралбаев, Дамир Анитов, Жасулан Чинкеже, телеканал ЖЦУ. Вы смотрите итоговую программу «Апта». Мы продолжаем. Тайм-сквер под Талдыкурганским. В областном центре появится один из самых больших скверов региона. Кстати, это не зона отдыха в обычном понимании, а скорее активная часть города, обрамленная в современный архитектурный облик, где гармонично увязаны проезжая часть пешеходной. Зона отдыха соседствует со спортивными площадками, а на протяжении всей улицы уютно расположились мини-парки. Именно такой красивой, ухоженной и многофункциональной планируют сделать одну из главных улиц областного центра – Кабанбай-Батыра. Работы по ее реконструкции уже идут полным ходом. Комиссия под председательством первого заместителя акима области Лизата Турлашева проводит ежедневный мониторинг проведения масштабных работ. Каким выводом пришли специалисты на этой неделе, расскажет Ануар Амангельдинов. По планам властей, улица Кабанбай-Батыра в скором времени станет новым эпицентром жизни талдыкурганцев. Здесь горожане смогут приятно и полезно проводить свой досуг. Общая протяженность сквера составит 2 километра 700 метров. На территории объекта расположится 3 зоны отдыха. По словам представителей акимата областного центра, до конца октября власти города планируют завершить строительно-монтажные работы. На сегодняшний день выполнено 95% демонтажа. Первый заместитель акима Алматинской области осмотрел ход работ и дал ряд конкретных поручений. Графиком берингдер. Предоставьте мне график работ. Детально распишите, когда и в какой срок вы закончите тот или иной участок. Я буду постоянно отслеживать ход работ. Каждый день будем делать обход. Контроль будет вестись на систематической основе. Этот проект очень важный и требует постоянного внимания. Реконструкция дорожного полотна для пешеходов по улице Кабанбай-Батыра должна завершиться до конца этого месяца. Такое требование подрядчикам поставил первый заместитель акима Алматинской области. Однако строители заявляют, что в реализации проекта есть некие сложности. Дело в том, что прокладки тротуарной плитки мешают частные объекты. В частности, такая картина складывается на участке между улицами Рустембекова и Гали Арманова. Лазат Турлашев поручил уполномоченным лицам решить этот вопрос. Самое главное, все процедуры должны быть выполнены в законном порядке, отметил первый заместитель акима области. Аким города мне дал поручение, чтобы я пригласил их к акиму города. И у нас там будет состояться разговор.
Ну, посмотрим. Сейчас вопрос станет или об изъятии, или же, если даже часть земли, он положена нам на этот объект, если даст, мы ему взамен должны будем другой участок где-то изыскать. Но этот вопрос будет еще решаться. Всего на реализацию проекта затратят более 1 миллиарда тенге. По планам, объект должны завершить до конца января следующего года. Ануар Амангельдинов, Абзал Нусипов, Жасон Шенгенже, телеканал ЖТСУ. Большая стройка сегодня развернута и по всей области. Главную роль здесь играет дорожная карта занятости. Напомним, область – лидер по республике по количеству реализуемых объектов госпрограммы. Основной упор сделан на реконструкцию, ремонт и строительство социальных объектов. А это в первую очередь школы и больницы. До конца года в рамках госпрограммы планируется ввод сразу 12 новых врачебных амбулаторий и 9 крупных медучреждений. Параллельно начнется и формирование медицинского кадрового резерва для трудоустройства на местах. Не расходятся ли слова с делом? На освоение программы «Дорожная карта занятости» в сфере здравоохранения в этом году в Алматинской области выделено свыше 1,5 миллиарда тенге. В рамках проекта будет построено 5 новых медучреждений. Капитальный ремонт ведется и на 4 крупных объектах. В рамках программы «Дорожная карта занятости» трудоустроено свыше 1000 человек. В свете послания президента о введении новых объектов на селе, у нас сейчас будет построено в этом году по ДКЗ программе 5 объектов. Из них самый крупный — это врачебная амбулатория на 100 посещений. Эргеле поселка, это Карасайский район. В числе объектов, подлежащих капитальному ремонту, и областной перинатальный центр города Талдыкурган. Медучреждение 1992 года постройки рассчитано на 220 койко-мест. Не считая замены фасада, серьезное обновление здания проводится впервые. Работы по дорожной карте занятости здесь начались в мае месяце. На объекте трудятся 105 человек, трудоустроенных в рамках проекта. На капитальный ремонт из областного бюджета выделено более 1 миллиарда тенге. Закончить работы подрядной организации обещают до конца текущего года. Все работы должны закончиться в этом году, до конца года. Это 4 объекта. Это наш самый крупный, это областная перинатальный центр, Панфиловский район благоустройства, Щелек также благоустройство и врачебная амбулатория Алгабас. На сегодняшний день, вы сами видите, работы идут в срок и качественно. Реконструкция в Алгабасской амбулатории предусмотрела перепланировку, отчего здание стало гораздо функциональнее. Отведено помещение под лабораторию, фильтр и другое. Есть и дневной стационар на 5 койко-мест. Также проведено сейсмоусиление. Наряду с этим установлены 2 печи для твердого и жидкого топлива. К началу октября медперсонал амбулатории уже сможет приступить к работе. У нас имеется 9 амбулаторий, 9 фельдшерских пунктов и 9 медпунктов. Все амбулаторные оснащены автомобильной машиной, санитарной машиной. По ДКЗ вот, в Алгабасе работали 10 человек, по ДКЗ в станции Коксу 10 человек и в Айнаблаке 10. Вот общий итог 30 человек по ДКЗ работали. А вот на 121 миллион денег выделено было на капитальный ремонт. Капитальный ремонт очень все качественно проведен, у нас соответствует стандарту. По санпину все полностью. У нас имеются кабинеты, фильтры, чтобы сортировать больных, температуры еще полностью. Обслуживание населения, 10 тысяч населения. В текущем году для новых и действующих медучреждений области будет приобретено медицинское оборудование. На эти цели из областного бюджета выделено свыше 7 миллиардов тенге. Гульмира Тимиргалиева, Абзал Нусипов, телеканал ЖТСУ. И далее к теме продовольственной безопасности. Главенствующую роль в посткризисном развитии страны глава государства уделил именно агросектору и даже поручил пересмотреть с учетом нынешних реалий госпрограмму развития АПК. Ее главными ориентирами станут самообеспечение товарами, увеличение доходов жителей сел, увеличение производительности труда в 2,5 раза и в 2 раза наращивание экспорта. На Алматинскую область особая ставка. В агросекторе страны мы занимаем лидирующие позиции. Впрочем, потенциал еще велик. Обеспечение населения собственным сельхозтоваром – главный приоритет. Это и местных аграриев заставит работать по-новому, и население снабдит свежими и дешевыми продуктами. И как уже заверили власти, повышения цен не будет. 1 миллиард тенге выделен из республиканского бюджета на реализацию пилотного проекта «От поля до прилавка». Проект, инициированный главой государства, признан обеспечить гарантированный сбыт аграрной продукции, а также
также стабилизируют цены на социально значимые продукты. Суть проекта проста – работа без посредников. Он уже стартовал в Алматинской области. Отследить налаженный механизм поставки продукции от производителей до прилавка без накрутки удалось моей коллеге Евгении Присяжной. Она и расскажет, где приобрести товар подешевле. В этом году из областного бюджета для регулирования цен на социально значимые продукты выделено 2 миллиарда тенге. Из них 700 миллионов для пополнения запасов продовольственного стабфонда. 2,3 миллиарда тенге предусмотрено для кредитования субъектов предпринимательства. А также из республиканского бюджета 1 миллиард тенге выделено на реализацию пилотного проекта «От поля до прилавка». Его суть заключается в помощи аграриям, чтобы они без лишних потерь и посредников продавали выращенный урожай покупателям. В Алматинской области пилотный проект реализуется через кредитование основных производителей продовольственных товаров. Процентная ставка 0,01%. Большую часть кредитов на столь выгодных условиях получили свекловоды, ведь земля ЖТСУ – благодатный край для выращивания сладкого корнеплода. Вот этот кредит, чем он хороший и он нужный очень, то, что он... Нам выделили его, это произошло в течение 5 дней, нам его одобрили и дали, ну, для уборки сахарной свеклы. Поэтому это очень хорошая программа и нужная. По данным СПК ЖТСУ, 34 свекловода получили льготный кредит в размере 500 миллионов тенге. Главное условие – производство сахарной свеклы в объеме порядка 50 тысяч тонн и поставки на сахарные заводы области. А выход производителей со своим товаром прямиком в сети супермаркета, минуя посредников, делает продукт дешевле. Кредитованные у нас субъекты предпринимательства. Около 50 субъектов предпринимательства, в том числе у нас прокредитована компания «Сабыржан», которая имеет филиальную сеть из 12 торговых точек. На этой неделе они открыли вот вторую торговую точку в городе Талдыкурган. Цены там фиксированные уже. В этом супермаркете более 12 тысяч наименований товаров, большая часть которых отечественного производства. Компания «Сабыржан Компани», торгового предприятия «Тоймарт», имеет собственную пекарню, на базе которой выпускается хлеб и поступает на полки сети собственных магазинов по цене 72 тенге. В целом социально значимые продукты выставлены на 9 специальных полках. Владелец торгового предприятия «Тоймарт» через СПК ЖТСУ получил льготный кредит. Полученные средства направлены на стабилизацию цен на востребованные товары, в числе которых мука первого сорта, подсолнечное масло, рис, макароны и другое. Эти товары постоянно держатся в обозначенных ценах. Повышение не проходит. В дальнейшем мы планируем открыть еще новые магазины в Жаркенте и в районных центрах Саркан и Аксу. И в этих магазинах тоже будут социально значимые товары. Социально значимые товары специальными стикерами, специальными этикетками, они обозначены. Полки с наиболее востребованными продуктами в другом магазине заполнены товарами 15 наименований. К примеру, молоко пастеризованное отечественного производителя «Лиза» 2016 жирностью 2,5% поступает прямо с завода и стоит 185 тенге. В свою очередь, этот молочный производитель также вносит свой вклад в стабилизацию цен. Для этих целей через СПК ЖТСУ его владелец также получил льготный заем. Отметим, «Лиза» 2016 выпускает 25 видов молочной продукции, которая реализуется более чем в 250 торговых точках Алматинской области. Согласно вот меморандума с СПК ЖТСУ, 4 вида продукции мы реализуем по сниженным ценам. Это молоко 2,5%, кефир 2,5% и творог 5,9%. И по городу Талдыкурган это более 120 точек торговых, где мы реализуем нашу продукцию. Стоимость формового хлеба, как и молочной продукции, в Алматинской области также останется на прежнем уровне. В целях недопущения роста цен на этот социально значимый продукт между СПК ЖТСУ и пекарнями были заключены агентские соглашения на поставку муки. Так, пекарня «Сардар ЛТД» получила около 700 сон субсидированной муки первого сорта. Теперь в более 450 торговых точках Талдыкурганского региона продается формовой хлеб по цене завода-изготовителя – 85 тенге. Стоит отметить, в Алматинской области удешевленная мука поставляется в 54 пекарни.
Руководство каждой из них взяли на себя обязательство производить и реализовывать социальный хлеб из муки, субсидированной государством. Чтобы закрепить и продолжить эффективную реализацию программы по стабилизации цен в регионе, на площадке СПК ЖТСУ были заключены 14 меморандумов между местными товаропроизводителями и торговыми объектами. Подчеркнем также, в текущем году продовольственный стабфонд пополнился запасами в объеме свыше 7 тысяч тонн социально значимой продукции. Сегодня на ответственном хранении на складе стабилизационного фонда Алматинской области находятся такие социально значимые товары, как картофель, рис, репчатый лук, сахарный песок, мука, макароны. Евгения Присяжная, Нуржан Муканов, Надир Хамзин, телеканал ЖТСУ. Участников проекта в скором времени станет значительно больше, уверены специалисты. В том, что это выгодно торговым домам, мы уже выяснили, не теряют в доходе и производители. Наоборот, уверены в сбыте своей продукции. Тем более еще и государство помогает. Ну, самое время, как говорится, вновь открываться после пандемии и наращивать объемы производства. И вот снова в деле. После долгого простоя крупная птицефабрика в Уйгурском районе возобновляет свое производство. Уже в октябре предприятие начнет выпускать продукцию. До приостановления деятельности в год предприятие производило до 24 тысяч тонн мяса птицы. После капитальной реконструкции мощность возрастет в разы. Процесс на предприятии полностью автоматизирован, что не только способствует правильному кормлению и росту птицы, но и исключает воздействие внешних факторов и возможной инфекции. Сейчас на птицефабрике содержится 500 тысяч бройлеров шотландской селекции. Три птицевода сутки стоят один, и через двое выходят. Три птицевода смотрят. Вот они вот здесь содержатся у нас в течение 42 дней. Когда вес набираем 2-300, 2-400 килограмм, как раз к этому времени, их они идут на забой, в убойницы. За счет модернизации на объекте налажен полный цикл производства, начиная от забоя и заканчивая упаковкой. В этом году руководство птицефабрики намерено произвести 3000 тонн мяса птицы, а уже со следующего года предприятие планирует выйти на полную мощность и дать 28 тысяч тонн продукции в год. С начала октября будет уже начинаться полноценный забой птицы по 40 тысяч голов в сутки. На предприятии будет работать до Нового года в пределах 600 человек, а уже с Нового года полная численность будет около 960 человек. В этом году и на следующий год мы пока планируем только на внутренний рынок. Значит, это в первую очередь, конечно, Алма-Ата, охлажденное мясо и остальные регионы. Если возможность будет, конечно, в этом будем на следующий год уже пробовать и за границу. Запуск птицефабрики – один из самых масштабных инвестпроектов, реализуемых в Алматинской области. На восстановление объекта бизнесменами вложено 18 миллиардов тенге. Значимость предприятия для региона высока, а потому требует внимания со стороны государственных органов. В целях защиты бизнеса и инвестиций антикоррупционная служба региона подписала соглашение с руководством птицефабрики. В рамках проекта Protecting Business and Investments заключили соглашение. В ходе заключения соглашения были подняты ряд проблемных вопросов. Это подключение газификации и необходимые дополнительные земли для выращивания кормов. Все вопросы с необходимостью привлечения всех уполномоченных органов будем в рамках Zoom все вопросы решать. На сегодняшний день в Алматинской области заключено 41 соглашение по защите бизнеса. Под сопровождением антикоррупционной службы региона находится более 600 миллиардов тенге. Ануар Амангельдинов, Ерлан Азамбай, телеканал ЖТСУ. Неделя стала насыщена и на новые кадровые назначения. Так, в Алматинской области новый руководитель управления внутренней политики. Распоряжением главы региона Аманды Кабаталова им назначен Галиаскар Сырыбаев. Он родился в 1963 году, окончил Казахский государственный университет имени Кирова, ныне Казахский национальный университет имени Аль-Фараби. Трудовую деятельность начал инженером-конструктором Павлодарского тракторного завода. В разные годы работал начальником Кирбулакского районного управления. Управление по делам молодежи, туризма и спорта, управление по развитию языков, заведующим отделом аппарата акима района. Как отметил заместитель акима области Рустам Али, с данной должностью Галиаскар Сырыбаев уже знаком, и поэтому, опираясь на свой
опыт, он должен приложить все усилия для эффективной работы в данной сфере. Отметим, с 2005 по 2011 годы он занимал должность начальника отдела, далее заместителя директора департамента внутренней политики Алматинской области. А с 2015 по 2016 годы руководил управлением внутренней политики. Последняя должность – уполномоченный по этике аппарата Акима Алматинской области. Во внутренней политике я проработал более 10 лет. Конечно, время не стоит на месте, все совершенствуется. Но я надеюсь, благодаря поддержке своей команды, я оправдаю надежды, возложенные на меня руководством области. Но отныне и в областном доме дружбы новый директор. На эту должность распоряжением акима области назначена Сандугаш Дюсенова. Активный общественный деятель, журналист, блогер. Она известна многим талдыкургатцам, как, впрочем, и жителям области, как человек, отличающийся гуманизмом и толерантностью. Что в работе директора учреждения является ключевым фактором, поскольку областной дом дружбы – место работы не только уникального института, ассамблеи, но и этнокультурных центров области. Он открылся одним из первых в нашей республике и создан с целью укрепления межнационального согласия, возрождения языков, традиций, культуры народов и воспитания казахстанского патриотизма. Было полной неожиданностью получить эту должность. Я очень рада за такое большое, огромное доверие Аманды Кагабасовичу. Спасибо им большое. Постараюсь оправдать доверие, которое в данное время на меня сейчас возложили. Заместитель акима области озвучил перед новыми руководителями ряд основных задач. В их руках отныне весьма важная и ответственная сфера. Предстоит немало преобразований, тем более сегодня в свете недавнего послания президента. Но еще ряд поручений заместитель акима области Рустам Али дал ответственным лицам уже в ходе своих встреч. На повестке дня популяризация казахского языка, переход на латиницу, унификация наружной рекламы и обязательная цифровая грамотность. Как в регионе справляются с поставленными задачами? Смотрите далее. В период проведения праймериза особое внимание должно быть уделено общественно-политической ситуации в регионе. А потому одну из первых встреч заместитель акима области провел в Центре общественного согласия – Доме дружбы. Обсуждались вопросы укрепления межнационального и межконфессионального согласия, вклада Ассамблеи народа Казахстана в процветание единства страны и, главное, важность воспитания патриотизма у подрастающего поколения. Мы должны вместе, общими усилиями, максимально консолидировать все свои активы, особенно в электоральный период. Сейчас очень много критики, и необоснованной, и неконструктивной очень много, тем, которых молодежь называет хайпажорами, хайповщиками, блогеры всевозможные, да, очень резко критикуют действующие структуры. И перед электоральным периодом это очень важно, чтобы наши общие усилия максимальный результат показывали. Ознакомился Рустам Али из программы языковых курсов во Дворце языков, сделав упор не только на новых подходах к изучению государственного языка, но и английского. «Сегодня это важно как никогда», – подчеркнул Рустам Али и предложил ряд креативных подходов в развитии языковой среды. Оценил он и оснащенность кабинетов материально-технической базой. С этим проблем нет, как, впрочем, и с талантами, на которые так богат край ЧТСУ. Заместитель акима области предложил создать пул писателей, владеющих латинской графикой, в целях ее популяризации, а также дал ряд поручений по приведению в надлежащий единый формат наружной рекламы. На данный момент в области более 1000 объектов рекламных конструкций, большая часть из них частного характера. Мы хотели бы их привести все в единую форму, для единого стандарта. У нас есть положительные примеры в нашей столице, в Нур-Султане, и в городе Алматы, как Алматы-Жарнама. Аналогичную работу планируем провести и мы. Важна популяризация и духовного наследия в ЧТСУском крае. Кроме того, век цифровых технологий, когда наибольшую значимость обретает медиапространство, имамам и сотрудникам управления по делам религии необходимо владеть компьютерной грамотностью, подчеркнул заместитель акима. Подводя итоги, Рустам Али отметил, что отныне подобные встречи будут проводиться чаще и деятельность данных объектов на особом контроле. Адина Смагулова, Мади Байбусынов, телеканал ЖТСУ. По следам Абая, в Семее заложена новая аллея в честь 175-летия великого поэта. В благоустройстве зеленой зоны приняли участие и ЖТСУсцы. Наша съемочная группа в составе делегации Алматинской области приняла участие в презентации нового объекта. По
Путябая. Такое название отныне носит аллея на проспекте Уэзова. Хотя год назад картина здесь была совсем иная. Именуемой зоны отдыха сквер ремонта и благоустройства не видел более 20 лет. Специально к 175-летию Великого Абая на его малой родине руководство Алматинской области инициировало строительство парка с детскими и спортивными площадками, прогулочными зонами и декоративным озеленением. Местные жители не могут нарадоваться положительным изменениям в городе. Безмерно благодарна жителям Алматинской области за такой подарок. Раньше здесь была просто дорога, а теперь вот установили прекрасную спортивную площадку. Спасибо большое. Аллея имени казахского классика несет в себе и культурно-просветительскую роль. Здесь высечены на камне изречения великого Абая. Это упрочит память о казахском мыслителе в умах и сердцах почитателей его творчества, уверены авторы проекта. К слову, на реконструкцию и благоустройство исторического объекта из областной казны выделено порядка 600 миллионов тенге. Выражаю свою признательность жителям Алматинской области за их самоотверженный труд и большой вклад в развитие нашего региона. Следующий пункт назначения делегации – дом-музей Мухтара Уэзова, писателя и великого мыслителя, сумевшего в одном произведении описать многовековую историю. Особой исторической ценностью является факт, что здесь, в этом доме, проходили встречи Мухтара Уэзова, Жусупбека Аймаутова и Миржакыпа Дулатова. Здесь можно проследить и этапы становления алашской интеллигенции на пути к независимости. Ознакомившись с биографией исторического дома, делегаты почтили память Мухтара Уэзова. В заключение делегаты посетили мемориальный комплекс Абай-Шакарим, открытый в 1993 году. На данный момент в честь юбилея великого писателя мавзолей проходит полную реконструкцию. Специалисты уверяют, что ввод в эксплуатацию достопримечательности города произойдет до конца текущего года. Адина Смагулова, Камшат Мухамеджанова, Абзал Нусипов, телеканал ЖТСУ, Семей. С 15 сентября в Казахстане началась кампания по прикреплению к поликлиникам. В течение месяца любой из нас может выбрать медучреждение, в котором хотел бы проходить наблюдение. Важно, предупреждают врачи, чтобы поликлиника была в непосредственной близости от дома. Сегодня, в период пандемии, это более чем актуально. Так врачи смогут быстрее и эффективнее наблюдать за здоровьем прикрепленных пациентов, посещая их на дому. Прикрепиться к поликлинике можно несколькими способами. Первое – через портал электронного правительства e-gov.kz при наличии электронной цифровой подписи. И второе – непосредственно в поликлинике. На сегодня в Алматинской области функционирует 24 государственных и 11 частных медицинских учреждений. Все они имеют право оказать помощь в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. Ну, в том числе и в проведении вакцинации. Сезонная прививка, уверяют медики, не только спасет от гриппа, но и поддержит иммунитет в сложный период. В этом убежден главный санитарный врач области Ергали Садыманов. Одним из первых сделал прививку от гриппа и призывает также поступить население. Традиционно осень считается самым пиковым сезоном проявления инфекционных заболеваний. Чтобы в этот период защитить себя от нежелательной болезни, врачи советуют ставить прививку. Именно вакцинацию считают специалисты самым эффективным методом профилактики. Такого же мнения и талдыкурганец Умирзак Байжуманов. Уже на протяжении 5-6 лет я получаю вакцину против гриппа. На протяжении всего этого времени не ощущал какого-либо побочного эффекта от прививки. Наоборот, чувствую себя хорошо. Зимой и вовсе не болею, хотя мне уже 83 года, и люди в моем возрасте сильно подвержены инфекционным и прочим заболеваниям. У нас в семье все ставят вакцину, и никто не болеет. В числе первых, кто сделал прививки, врачи. Для них вакцинация проводится бесплатно. Также за счет государства прививки могут получить дети, беременные на втором триместре, лица с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания. Через СК-фармацию дали заявку, и к нам поступило на сегодняшний день 160 тысяч вакцин, и вот дополнительно еще 140 тысяч вакцин поступит. А в общей сумме на 300 тысяч вакцин Аким Обыловский выделил деньги. Сама вакцина, она производство России, называется Грипол. Эту вакцину мы уже последние 4-5 лет вот именно в Алматинской области у нас по Казахстану эта вакцина применяется. Вакцина уже утвержденная, и просим населения
приходить в поликлинике и прививаться. По меньшей мере, вакцинации планируют охватить порядка 15% жителей ЖТСУ. Кампания по иммунизации населения продлится до середины октября. Ануар Амангельдинов, Аблай Кутукбай, телеканал ЖТСУ. Мы за чистый город. С таким желанием и призывом в минувшую субботу талдыкурганцы вышли на общегородской субботник. Участие в нем приняли все организации и учреждения. На уборку улиц и дворов вышли коллективами и семьями. Не остались в стороне и просто желающие внести свой вклад в благоустройство областного центра. По самым скромным подсчетам, всего свыше 50 тысяч человек приняли участие в субботнике. И каждый внес свой вклад в красоту талдыкургана, его чистоту и уют. Среди неравнодушных граждан были и мои коллеги. В итоге на 4 участках было высажено около 800 саженцев. Это дуб, береза, сосна и сирень. В целом до 15 октября, по словам градоначальника Талдыкургана, планируется высадить до 500 деревьев. Спасибо волонтерам. Более 200 человек волонтеров сегодня присоединились к этому субботнику. Сегодня, на сегодняшний день, мы решили посадить 800 деревьев. Вы, как видите, сейчас участок, это дорога, именно здесь велодорожка. Все сегодня работают в масках, в перчатках, все соблюдают санитарные нормы. Мы сегодня утром, когда начали работу именно по субботнику, провели разъяснительную работу. Очистка города проходила на 115 участках. В мероприятии были задействованы свыше 30 единиц техники. В результате выведено около 200 тонн мусора. Очищено 116 улиц и 46 километров арочных сетей. Мне 16 лет. Я из Назарбаевской интеллектуальной школы. Я просто эко-волонтер, который желает видеть свой город чистым. Сейчас я волонтер от имени Тазали. Собрали волонтеров и вышли на берег Каратала, чтобы очистить это поле. Наши акции, нашими действиями пытаемся призвать людей убирать с собой мусор после отдыха, например, или в целом в общественных местах. Эко-челлендж World Cleanup Day прошел повсеместно по всему региону. Тысячи жетосусов в этот день убирали прилегающую к дому территорию, а также парки, скверы и улицы. Дамир Анитов, Абзал Нусипов, телеканал ЖТСУ. Оставить след в людских сердцах. В Каратальском районе после полной реконструкции состоялось торжественное открытие центральной районной мечети. До начала пандемии строительные работы были инициированы заместителем акима области Серикжаном Бескимпировым. Уроженец Каратальского района, он придавал большое значение идее реконструкции религиозного сооружения. По трагической случайности завершить начатое ему не удалось. В середине лета его жизнь оборвалась из-за коронавируса. Однако реконструкцию все же завершили. Первый кирпич в основании центральной районной мечети был заложен в 2005 году. Инициаторами строительства выступили местные спонсоры, в их числе и Серикжан Бескимпиров. За 15 лет выросло количество посетителей, и молитвенный дом уже не мог вместить всех желающих. Для Серикжана Бескимпирова это стало отправной точкой, чтобы подарить своим землякам обновленную мечеть. Работы начались до пандемии, но по трагической случайности довести их до конца он не смог. В память о сыне, муже, отце семья Бескимпировых завершила начатое. Эту мечеть Серикжан начинал строить вместе с другими спонсорами. В то время он переживал, что по вместимости она была не такая большая. А в этом году он захотел провести реконструкцию. Но закончить строительство не успел. Оставшиеся работы завершила наша семья. Мы хотим, чтобы эта мечеть служила людям долго, как того хотел и Серикжан. Где бы ни работал мой сын, он всегда старался быть полезным людям. Болел душой и за родную Штоби. Сейчас этот район процветает. Снискавший уважение народа, будучи акимом разных районов, Серикжан Бескимпиров пользовался безоговорочным авторитетом среди земляков. Его нет среди нас, но он оставил о себе добрую память. Выражают свою признательность семье Бескимпировых жители Каратальского района. Каждую пятницу верующие нашего района не могли попасть в эту мечеть, потому что она была тесной. Многим даже приходилось молиться, стоя на улице. Теперь, благодаря стараниям нашего земляка, в молитвенных обрядах могут принять участие на 100 человек больше. Конечно, очень жаль, что он рано ушел из жизни, но мы всегда будем помнить его доброе дело. Гульмира Тимиргалиева, Мади Байбусынов, телеканал ЖТСУ, Каратальский район.
Берегите себя и свои семьи. А на этом у меня все. Встретимся ровно через неделю. В это же время на телеканале ЖТСУ. До свидания.